Во вторник в Самарской области малооблачно, без осадков. Днем -4, -6 градусов, ночью 9-11 ниже 0. Ветер южный 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, в светлое время суток -4, в темное -10 градусов, южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти переменная облачность, днем -4 градуса, ночью 9 ниже 0, южный ветер 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем -5 градусов, ночью -11, южный ветер 2 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.